Спасибо большое за донат. Человек с никнеймом «Нерегулярный жидкий стул». Прикольно. Вот я не пойму. Это именно гениальная саунд-дизайнерская находка, или это просто как бы... какими-то странными методами сделан трек, и случайно нашелся эпичный звук? Что как бы он вроде бы и ретро, и не совсем ретро, и современно, и не совсем современно. Забавно, забавно.